Хадж состоит из 6 обязательных частей. Намерение о вступлении в обряды хаджа. Пребывание в местности Арафа, 9 числа месяца Зуль-Хиджа. Таваф, обход вокруг Каабы. Хождение саю, между холмами Сафа и Марва. Стрижка или сбривание волос. Соблюдение последовательности выполнения в большинстве арканов. Необходимые действия ваджибы хаджа. Хадж имеет 5 необходимых действий. Вступление в хадж в Мекате. Паломники, прибывающие из России, обычно вступают в хадж в Мекате, называемом Зуль-Хулайфа. Проведение ночи в местности Муздалифа. Проведение ночей в дни Ташрика, после праздника жертвоприношений, в долине Мина. Бросание камушков в определенном месте. Совершение прощального тавафа вокруг Каабы. Если не совершить хотя бы один из вышеперечисленных 5 пунктов, то этот человек в хадже должен выплатить штраф.